почти сразу стало понятно, что в этот джаз-клуб ходят исключительно иностранцы. И на мой вопрос, а где же местные, почти сразу ответил себе сам. Наверное, там, где бриз, шум прибоя и самая длинная скамейка любви. На набережной Малекон. Так и есть. Вся молодежь здесь. Ночной клуб под открытым небом. А мы здесь вместе с компанией музыкантов из группы Baobab. Солиста зовут Рамон. Мы его вытащили из джаз-клуба. Первая попытка раскрыть рот не увенчалась успехом. Полиция. Договариваемся с полицейскими, чтобы нам разрешили петь здесь минут 15-20. Сейчас осталось узнать, раскошелится ли. Хотя это больше зависит от нас. Рамон, ну что мы заработали? Значит, 5 песо, 1 кук и 55 центов. Спасибо тебе большое, Рамон. Грасиас, Гавана. Денег мы заработали сегодня мало, но счастье полные карманы. На этом наше акустическое путешествие по Кубе заканчивается, друзья. До следующего чемодана. Это все тебе. It's for you.